Общеизвестный факт. Вдыхаем мы кислород, а выдыхаем углекислый газ. Только за час взрослый человек потребляет около 25 литров О2 и выделяет примерно 22 литра СО2. Последний имеет свойство накапливаться в помещении и изменять состав и качество воздуха. И здесь Бобруйск впереди планеты всей. Местный производитель, дочерняя компания «Лекпромразвитие», совершила прорыв и предлагает свою формулу воздуха. Наша установка создавалась в течение 3 лет. Это уникальная установка. Были куплены наилучшие образцы всех производителей, они были изучены и вместе с этим создали свою установку и проверили в лабораториях Беларуси, России, Германии, которые дали свои заключения, сделали определение, что нужно устранить. Она была доведена до идеального состояния. Второй кабинет 11-й школы больше не будет прежним. Здесь к Новому году компания Ventum.com сделала подарок. В классе установили вентиляционную систему, которая решает несколько задач одновременно. Основная – полное обновление воздуха. Вопрос охраны здоровья учащихся регламентирует Кодекс Республики Беларусь об образовании, статья 41, где подчеркнуто выполнение работ по формированию здорового образа жизни учащихся. Также по созданию благоприятных условий для процесса образовательного с учетом здоровья учащихся. Приятно отметить, что в этот процесс с учреждением образования включаются и белорусские производители, разрабатывая подобного рода приборы. По санитарным нормам проветривать кабинеты в холодное время года на уроках нельзя. Однако даже летом, казалось бы, одна из проблем – посторонние звуки с улицы не единственная. Шум, пыль, запахи, аллергены – это то, что поступает в помещение вместе с кислородом. Но все сложности решает бризер School Edition. Он не только впускает свежий воздух, но и чистит его, а зимой еще и подогревает. Для нас это было новое, неизведанное, но со временем посмотрели, что решает она несколько проблем. Управляется легко при помощи мобильного приложения. А ваши личные ощущения? Вам стало легче работать? Вы знаете, да. Когда работаешь на свежем воздухе, со свежим воздухом, и свое ощущение лучше, но и дышится легче. Конечно, установка не исключает проветривание. Делать это надо обязательно, согласно графику. Благодаря открытым окнам уровень СО в помещении падает, а бризер School Edition, в свою очередь, его поддерживает в допустимом норме, иначе появляется так называемая побочка. Сонливость, апатия, потеря концентрации и головная боль. Кроме того, встроенный фильтр блокирует большинство природных аллергенов, очищает воздух от скопившихся бактерий, что благотворно сказывается на здоровье. А самое главное, система – незаменимый помощник в борьбе с COVID-19. Я заметила, что мой ребенок стал гораздо меньше болеть, стал приходить бодрым со школы, менее уставшим. Ventum.com производит бытовые системы вентиляции и программное обеспечение. Компания – резидент парка высоких технологий. Благодаря отечественной разработке организация смогла полностью импортозаместить западные аналоги. Правда, бризер School Edition в своем роде уникален. Чего-то похожего в мире пока нет. Кристина Риянц, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.